Всем привет! Китайский парк дружбы на Литейном в Санкт-Петербурге. Вот такие камни. Ну, это, конечно, не китайский сад, но что-то подобное. Вот такие. Два льва нас встречают в китайском стиле. И вот такой дом. Внутри пасти шарик. Вот. А с другой стороны вот и будет нам китайский сад. Камни такие. Там мы видим мостик. Вот такие ветеватые деревья. Такое впечатление, что здесь задуман небольшой водопадик. Но пока что его нет. Это мое личное мнение. А вот пройдемся по мостику, вон к тем беседкам. Вот такая беседка. Всем пока-пока.